Сегодня я буду готовить булгур с овощами. Для приготовления мне понадобится сам булгур, перец болгарский, морковь, лук репчатый, помидоры, чеснок, вода, соль и масло растительное для обжарки. Морковь я нарезаю соломкой. Помидор кубиком. Болгарский перец я очистила, вымыла. Нарезаю соломкой. Лук нарезаю кубиком. Чеснок пропускаю через пресс. Я разогрела сковородку с растительным маслом. И обжариваю булгур. Примерно 3 минуты на средней мощности. Теперь заливаю водой. Воды надо будет 1 к 2. У меня был 1 стакан булгура, соответственно, я вливаю 2 стакана воды. Соль. Перемешиваю. Воду я наливала теплую. Накрываю крышкой. Убавляю мощность плиты на минимум. И оставляю на 15-20 минут. Пока отваривается булгур, я обжарю овощи. На разогретую сковородку я добавила растительное масло. И обжариваю лук. 5 минут на средней мощности. Теперь добавляю морковь и обжариваю еще 3 минуты. Через 3 минуты добавляю болгарский перец, помидоры. Убавляю мощность плиты на чуть ниже среднего. И потушу примерно 7 минут. Теперь к овощам добавляю готовый булгур. Перемешиваю. И обжариваю на средней мощности 3 минуты. Теперь добавляю чеснок, можно посыпать свежей зеленью, я использую сушеный укроп. Перемешиваю. Накрываю крышкой, выключаю плиту и дам отдохнуть 10 минут. Булгур по вкусу напоминает что-то среднее между перловкой и рисом, но на самом деле это крупа из пшеницы. Булгур с овощами получается ароматным, нежным, вкусным, сытным и очень полезным. Булгур с овощами – это то блюдо, которое можно готовить в пост. Также подойдет и людям, следящим за фигурой. Ну или если вы просто устали от гречки или риса.